Обычная игра для нас, в принципе. Мы с ними много играем постоянно. Как райвери, да, такой, но я так, насколько помню, для них это первый матч дома, правильно? Да. И тоже будет праздник для болельщиков. Всегда это большое событие, когда дома играешь в первую игру, поэтому нам нужно отнестись повнимательнее. Тоже многих сохранили ребят, поэтому, я думаю, будет тяжелая, интересная игра. До сих пор стоит ваш гол перед глазами, победный с пингвинами. Это было замечательно, это было просто... Это больше, наверное, так вот, журналистов и болельщиков. Знаете, я больше напомнил какие-то плохие моменты из игр, чем какие-то положительные. Потому что чем больше о положительных думаешь, тем тяжелее концентрироваться на следующих играх. Скажите просто, про Тома Уилсона можете сказать, что вы думаете? Я не знаю, какое. Мое личное мнение, что 20 игр – это сильно много, но это... Как бы я ничего с ним не разговаривал, не слышал, что ему сказали, но, в принципе, 20 игр, чтобы дать нужно какие-то веские аргументы, да, почему это сделать. Да. Иногда мне кажется, что люди там слушают мнения хоккеистов, других, да, там интервью кто-то говорит, и тем более, если какие-то это, ну, звездные уровни игроки, то их прислушиваются мнению, поэтому я думаю, у нас тоже есть люди, кто не на последнем месте, мы тоже будем разговаривать на тему, потому что я знаю, что будет апелляция, и нужно как-то повнимательнее отнестись, потому что 20 игр – это очень много, неважно, какой бы там хит ни был, но нужно тоже понимать, что это скорость, что это эмоции. И... Что это хоккей? Ну, понятно, что как бы понятно, что можно было избежать этого хита, да, никто об этом не говорит, но чтобы дать 20 игр, нужны веские аргументы, и мы послушаем, они скажут видео, и потом можно как-то обсуждать, поэтому пока, я думаю, нет смысла разговаривать об этом. Просто обидно за парня, что тем более вместе в одной тройке играем, но не так просто 20 игр сидеть на лавочке. Жень, ты сегодня забил 2 гола, расскажи про них. Да, хотя первый фартанул, а второй тоже повезло. Все просто, как бы, говорю, эмоциональная игра такая. Насколько важно сегодня было выиграть команде? Очень-очень важно. Я повторюсь, конечно. Многие о нас и говорили этим летом, да, многие обсуждали много мнений всяких разных, поэтому для нас было очень важно именно начать играть сразу так, как мы закончили в том году, потому что 1-2 плохих игры, и люди из добрых слов превратятся, да, в плохие, это очень быстро по себе знают, тем более здесь, да, все постоянно любят разговаривать о хоккее, обсуждают, поэтому очень-очень важная игра была для нас сегодня и завтра. Какие ощущения ты испытывал перед игрой, когда подняли Бена? Да, абсолютно спокойно. Я к этому спокойно отношусь. Конечно, приятно все это. Ну, я как-то, ну, повторюсь, я стараюсь больше запоминать такие плохие моменты, чтобы их не было больше в моей жизни. Спасибо. Спасибо. С победой.